Благо верною супругой Евдокиею, со князьями со боярами, всеми со славными воеводами. Пред самой тут было предостойно есть, перестал Дмитрий князь молиться. Видит он дивное видение, не сияют камни на золотых окладах, не горят свечи пред иконами, он не слышит пения святаго, а он и видит чисто поле, то ли чисто поле Куликово. Мертвыми телами все изуслано, христианскими да татарскими. Христиане те, как свечки теплятся, а татары те, как черносмола. А за ней гад апостолы Господни, ангелы, архангелы, святые. Они души мучеников отпевают, гадит на них сама Богородица. И золотые венцы с неба сходят. Отвечал ей апостол Петр, а Дмитрий князь в Стольном граде служит учтиво он обеню со своей княгиней Евдокиею, со князьями, со боярами, всеми со славными воеводами. Не в своем Дмитрий князь ему души мучеников предводить, а его княгине в моем стане быть. Тут и видение пропало, свечи в ограде загорелись, заблистали камни на золотых окладах. Образумился тут князь Дмитрий, и слезой умильной душу он омыл. Таково слово он промолвил: видно, близок час моей кончинушки, буду скоро в гробе я лежать, а мои княгини вы черница, и на память дивного видения он ставил Дмитровскую субботу.